Контроль ресурсоснабжающих объектов в Иркутской области сейчас приоритетный, ведь зима уже окончательно пришла в регион и отступать не намерена. В подтверждение тому обильные осадки. За минувшие выходные в регионе выпало порядка 6 мм снега. Высота снежного покрова, например, в Иркутске составила 10 сантиметров, однако в ближайшее время осадки отступят. Разве что на юге региона и в верхнеленских районах ожидается небольшой снег в течение суток. В целом же на территорию Прибайкалья зашел антициклон, он будет сопровождаться солнечной погодой. Вот только погреться в лучах звезды вряд ли получится. В ближайшую неделю в Иркутской области ожидаются стабильно низкие температуры от минус 7 до минус 12 градусов ниже нуля. И это если говорить о погоде днем. По ночам, разумеется, будет прохладнее, минус 14, минус 18 градусов.